лево, переместились, вес на левую и отбежали назад. Руки. В момент прыжка у нас руки раскрываются в сторону. То есть из кулаков идет раскрытие. Одна рука вверх, вторая в сторону. Все это идет в прыжке. Так. В момент этого прыжка у нас уже поворачивается голова в левую сторону. То есть 7, 8, так. 7, 8, так. Дальше мы делаем шаг с правой ноги. В это время обе руки у нас бьют вниз в крест. Дальше, на этом движении, когда мы шагаем левой, мы делаем кулаком, раскрывая руки в сторону. То есть 7, 8, раз, два, три. Дальше, когда мы делаем либо отхождение назад, либо отхождение вперед, руки нас хватают по очереди, как будто бы, да, за грудки. Не обязательно хватать одежду, мы можем имитировать это движение. То есть был кулаком, да, взялись. Дальше переносим вес на левую ногу вперед, руки обходят грудную клетку, раскрываются кружочки. Да, и, естественно, выходим грудную клетку вперед. Пам. И дальше мы делаем перемещение назад, мы бьем запястьями. Так, вперед. Да, еще раз соединяем. Все руки у нас делают. Раз, два, три, четыре и пять, шесть, 7 и 8. С ногами 7, 8. Раз, два, три, четыре и пять, шесть, 7 и 8. Дальше стоим. Руки у нас бьют к себе. То есть кто-то из ног прямо сюда их подтаскивает близко. Кто-то наоборот сгибает в локтях, руки как будто ставятся на какой-то невидимый стол. Пам. Сюда. Мы выводим грудную клетку вперед. И ныряем головой сначала влево, потом вправо. То есть так. Еще раз. 7, 8. Раз, два. После этого сбрасываем руки в крест, и у нас поднимается левая нога. Так. То есть мы задали левую, шагнули на крест, отшагнули правой стороны. И в этот момент бьем правой рукой локтем в бок. Потом правая нога также идет назад. Левая идет назад. И после этого у нас есть две стороны. Либо мы раскрываем правую, уходим в правую диагональ, либо мы меняем ноги и слева уходим в левую диагональ. В это время руки, сделав этот удар, делают и следующее движение. Раз, два. Кто-то из ребят делает два раза на одном месте это движение. Пам, пам. Кто-то делает вверх, к себе. Кто-то делает два раза здесь. Еще раз. Были здесь. Так. Крест и удар. И шагаем на крест. Так. И выбираем сторону. Допустим, сюда руки будут раскрываться в сторону. Если мы выбираем другую сторону, сюда. Собираем концов сначала. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре и 5, 6, 7 и 8. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Угу. На 7 прогнулись. На 8 и у нас идут 2 удара ногой в пол. 8 и. И если в эту сторону, то, соответственно, это ногой 8 и. Дальше на раз. У солиста идут удар вперед. Поэтому мы сгибаемся, нас как будто ударили. Раз, два, три. На 4 мы отпрыгиваем на свое исходное положение. Ноги опять в одном положении здесь находятся. 4. Дальше голова 2 раза бьет в левую сторону. И за вторым движением мы начинаем падать в бок. Так. То есть мы начинаем немножко смещать локоть в левую сторону. Пам-пам. Руки уходят назад. За спину мы сбрасываем. Так. Левая нога выбрасывается вперед, мы падаем на правую. Потом у нас идет перебежку на правую сюда и возвращение обратно с уводом корпуса, выход на правую ногу. Еще раз, мы стояли ровно, сделали голову, начали падать, упали на правую, вернулись на левую, упали на правую, вернулись на левую, упали на правую, в сторону. Руки еще раз стояли здесь, начали падать, руки назад завелись, можно хлопок, можно просто спину туда. Здесь у нас поднимается правая рука, левая,
выносим, скидываем правую руку наверх. Соединимся в первую часть. Сначала в эту сторону, потом в эту. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре и 5, 6, 7 и 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8 и 8 и. Раз, два, три, четыре, 5 и 6 и 7 и 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Теперь в ту сторону. В принципе, то же самое, только туда. 5, 6, 7, 8. Сбрасывает.